Нет, все нормально. Раз, 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 раз. Погромче, может быть, так сделать. Погромче. Раз, раз. Алексей, Алексей, тебя звук. Раз, раз. Он работает вроде, да? Работает? Раз, раз, раз. Раз. Погромче, чуть-чуть погромче. Привет. Раз, раз, раз. Сюда надо будет сюда. Я думаю, вы уже залили. Нет, я не залил. Не, пока. Все? Да. Так. Привет, да. Как морально созреешь? Ага. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Скваш Роман. Я работаю системным архитектором в компании Flysoft. Мы пока юзаем SVN. Вот. Сегодня мы поговорим об облачных технологиях. Что это такое, когда стоит их применять. В частности, об Amazon Web Services. Поговорим мы на примере одного из ключевых проектов Flysoft, iFunny, под названием iFunny. Это коллекция юмора. Занимаемся мы этим проектом полтора года. Работает, ну, порядка 10 человек над ним. Вот. Что он из себя представляет? Ну, мы представлены на трех платформах основных. Самый главный, ну, веб-сайт. Ну, по сути, он урезанный, самый урезанный функционально. И нативные клиенты под iOS. То есть это iPhone, iPad, iPod, Touch. И нативный клиент под Android. Что же это за проект? Я чуть подробнее на нем остановлюсь из-за того, чтобы вам понять, дать информацию к размышлению, почему же мы перешли на облачные технологии, на Amazon Web Services. Единицей данных, самым главным сущностью в проекте является контент, изображение. Так вот, пользователями уже создано у нас порядка 10 миллионов изображений, и которые занимают примерно 800 гигабайт данных. На данный момент, это на текущий момент. Соответственно, пользователи создают контент из приложений, но надо его как-то смотреть. Так вот, у нас есть ленты популярные, новые, ну, разный вид. То есть это просто выборки картинок, грубо говоря, если на низком уровне смотреть. И в день, в сутки нам приходит около 45 миллионов запросов к пачкам изображений. Пачки там от 5 до 10 изображений. Вот, то есть это примерно получается около 700 запросов в секунду. Это только выборки картинок, только на нативных платформах, без учета веба. Надо контент просто так смотреть неинтересно, за него надо голосовать, его надо оценивать. Вот, мы обрабатываем, принимаем большое количество голосов, около 8 миллионов в день. В пике бывает, что по 160 человек оценивают какое-либо изображение в секунду. И у нас социальная составляющая такая, то есть дать возможность пользователям общаться. Ну, цифра поскромнее, там 110 тысяч комментариев в день. Вот, то есть каждую секунду кто-либо пишет комментарий. Вот, такие цифры. То есть мы считаем этот проект высоконагруженным. Вот, у него свой подход в разработке из-за этого. Но начинали мы как простой проект. Как любой проект, он начинается с нуля всегда. И сейчас
я вам расскажу, как мы росли. Наш рост можно разделить, грубо говоря, на три этапа. Первый этап – это ну, с нуля до 400 тысяч пользователей в день, в сутки. Это наша дневная аудитория. Затем у нас был, в принципе, можно сказать, что резкий скачок до 2 миллионов пользователей в сутки. И дальше, ну, дальше растем, растем, слава богу. Вот. Значит, какие три этапа? Первый этап, все эти этапы, они связаны с хостингом на самом деле. Сначала мы хостились на Хестнере. Немецкий хостер, в принципе, я думаю, очень известный. Может быть, многие его даже пользуют. Дешевый. Вот. Ну, я еще расскажу, почему он дешевый. Вот. Второй этап, как раз вот этот скачок от 400 тысяч до 2 миллионов пользователей в сутки, мы совершили на Амазоне. И на Амазоне мы полгода проработали. Ну, и сейчас пока что продолжает работать, но дальше третий этап, который мы сейчас реализуем пока что, это OVH, это тоже еще один хостинг, вот, он там не поймешь, то ли немецкий, то ли французский, он везде, там в Европе он везде, скоро в Америке он собирается тоже присутствовать. Вот, значит, как же у нас все начиналось? Начиналось у нас все на Хестнере, как простой новый проект, один сервер, на нем все, то есть приложение, сам код на PHP написанный, статика вся лежит, то есть весь контент, который заливают пользователи, соответственно, ложится на этот сервер. Никто не подразумевал изначально, что в такие короткие сроки мы так быстро стрельнем. Конечно же, мы начинали вот на одной машине. Вот. Ну и база данных там, соответственно. И в принципе, некоторое время мы с этим справлялись без проблем. Процессор, там загрузка была не такая большая. Уперлись мы на самом деле в сеть этого сервера. Потому что, как я уже говорил, раздача у нас очень большая, очень много картинок мы отдаем. Вот. Что делать дальше? Причем уперлись мы вообще, можно сказать, в какую-то определенную ночь. Просто вот резко у нас поплыл народ. И нам стало плохо нашему серверу. Картинки не показывались. Это основной функционал. Поэтому пришлось что-то быстро придумать, что-то решать. Ну, что мы придумали? Какое быстрое решение? Это взять еще 4 сервера на Хестнере и синхронизировать пока что картинки по протоколу AirSync. Ну, это синхронизация такая. То есть, грубо говоря, раз в n количество времени запускается там скрипт, который берет с основного сервера приложение, кладет все изображения на свой основной все также сервер. То есть там все осталось. Но он распихивает его по этим 4 серверам, а пользователям мы изображение отдаем, ну, по сути, в случайном порядке, а с одного из этих 4 серверов. Но там, конечно же, есть куча нюансов. Такое, как, допустим, согласованность данных. То есть когда у нас пользователь залил изображение, мы его должны сразу показать, правильно? А AirSync у нас еще не отработал. То есть у нас это изображение есть только на одном сервере, на этом, на главном. Вот. Значит, как мы здесь, ну, тупо решение в лоб. Если у нас этот AirSync запускается раз в минуту, то мы в коде сделали такое ограничение, что если изображение было создано меньше, чем 5 минут назад, то оно показывается всегда только с основного сервера. Костыль, да, некрасиво, да и вообще все вот это вот, это костыльно на самом деле. Это неправильное решение этих дел. Со временем, когда мы приближались к отметке в 400 тысяч пользователей в сутки, у нас начал AirSync тупить. Количество файлов там было большое, больше там пары, может быть, миллионов, сейчас точно не помню. Вот, он начал тупить из-за того, что нагрузка на файл-систему большая, сам алгоритм работы AirSync, он, там мы пробовали разные, там есть итеративный подход, когда он смотрит только изменения в папке, но на самом деле все это неправильно. Вот, он нас начал тупить, и плюс к этому нам Хестнер вот такие вот начал писать обузы. А не нравилось ему то, что, чуваки, у вас, говорит, больно... Что-то трафик какой-то, у вас, наверное, вирус какой-то на сервере. Вот. И
раз в день. У меня рабочий день вообще каждый на протяжении, наверное, там, некоторого времени начинался с того, что я получаю обузу от Хестнера и отписываюсь ему по каждому серверу, что нет, у нас все нормально. Вот. То есть к таким нагрузкам сетевым каналы мы там забивали где-то, ну вот 100-мегабитные там сервера были изначально, потом гигабитные пробовали, там у 100-мегабитных там 60, может быть, мегабит забито. Вот, там просто большой поток трафика. Вот, и тут, понятное дело, что-то надо с этим делать. Мы пришли к Amazon. Что такое Amazon Web Services? Это провайдер, один из передовых провайдер облачных услуг. Он предоставляет облачные услуги, их у него очень много, можете увидеть все на сайте. Мы сегодня поговорим только об трех основных, которые мы используем. Ну, там о четырех, там косвенно еще есть. Вот, это Elastic Compute Cloud, EC2 сокращенно, они его называют, они любят сокращение так обзывать по первым буквам. Это виртуальные сервера, то есть вы просто в веб-интерфейсе создаете инстанс, виртуальный сервер у них это, ну, инстанс просто, короче, по-русски будем называть. Создаете их, назначаете им там IP-адреса, винчестер выбираете, какой хотите. Если там на простом выделенном сервере, вы когда берете сервер, там у вас есть выбор, там, допустим, 500 гигабайт за телетерабайт на винты, тут вы можете хоть там 10 гигабайт выставить, там просто все это делается визуально. Вот. Все это виртуальное, абсолютно все, что вы там создаете, все это виртуальное. То есть это работает на их мощностях, количество серверов у них очень большое везде. Они в Америке у них есть дата-центры, в Европе, в Азии, в Азии еще есть. Вот. Все это поделено на так называемые регионы. Плюс в одном регионе есть еще три зоны. Такие, то есть зоны доступности. Они называются. Сделано это все для чего? Для того, чтобы вы могли себе. Допустим, в Хестнере, вот, да, вот эти вот у нас там вроде отказоустойчивая полностью инфраструктура у нас сделана, и вдруг там наводнение у них какое-то, да, то есть весь Хестнер смывает. Все, у нас серверов нету, то есть что тут спасет? Спасет тут, что мы будем где-то в другой географической точке, то есть все физически будет распределено. Amazon для этого он дает, то есть, по сути, вообще в 5 кликов на самом деле все это делается. То есть вы когда создаете сервер, вы говорите, а в каком мне регионе его создать? Вот там вот или вот там вот. Все это потом, конечно, надо будет соединять. И многое там делается мышкой на самом деле. Но и с консолью тоже поработать. Без этого никуда. Тут уже больше системное администрирование получается. Вот, значит, это EC2, виртуальные серверы. Еще один основной, самый известный, популярный, наверное, сервис, это Simple Storage Service. S3 называется. Это хранилище файлов. Хранилище файлов. Значит, по сути, это просто общение происходит по REST-протоколу. Есть сервер амазоновский. Там вам надо, если сохранить файлик надежно, навечно, который доступности будет там 99,6%, они гарантируют это. Просто передаете там запросом через их SDK, у них есть SDK, очень... через SDK можно сделать больше вещей, чем через веб-интерфейс на самом деле. В веб-интерфейсе у них не все там отражено. И плюс автоматизировать, опять же, там своими скриптами. Вот, значит, заливается файлик на S3, все, у вас есть к нему постоянная ссылка, ну там много всяких плюшек еще, что там доступность, кому-то можно его показывать, кому-то нет. Хранилище файлов. Какие папочки, какие хотите, там можете создавать. То есть для вас это все прозрачно. Как они там все это хранят, все это распределяют. Значит, третий сервис, которым мы пользуемся, это Relational Database Service. В частности, MySQL. То есть это RDS. Это облачная база данных. Я сначала, когда ознакомился с ним, я думал, это вообще решение из коробки для MySQL по кластеризации. То есть, когда там полностью автоматически у вас там данные, все по разным серверам расходится. Ну нет, это просто виртуальный инстанс одного MySQL, который оптимизирован, настроен, очень надежен, а бэкап вообще можете не задумываться сами. На Хестнере мы очень мучились, кстати, с бэкапами, а статику бэкапить там вообще, сами представляете, вручную. То есть, ну, там, поэтому вот мы и ушли от такого подхода. Значит, RDS.
тоже используем. Это одни из основных сервисов, по которым я вам покажу, как мы их сегодня применяем. Плюс еще такая вещь есть у Амазона, как это мониторинг всего и вся, абсолютно. Здесь на слайде приведен мониторинг нашего RDS-сервера, MySQL-ной базы данных как раз-таки. Тут вот можете видеть вот этот вот перепад. На самом деле вот в этот момент я просто на 20 гигабайт увеличил объем нашей базы данных. Просто через веб-интерфейс. То есть у нас там, ну, закончилось место. На 20 гигабайт просто поднял. В принципе, это там делается даже... Ну, был небольшой даун, там порядка, может быть, минуты двух. Вот. Но его можно было бы избежать, если просто slave применить. Там также можно RDS instance создать. То есть, ну, slave, master-slave репликация, кто знает, по базам данных. Вот, значит, мониторинг. Ну и как мы начали. То есть вот он момент переезда с Хетцнера на Amazon. Поначалу мы хотели использовать только S3, но потом все-таки решились переезжать так сразу. Какая у нас получилась тут архитектура? У нас был, мы взяли два EC2 инстанса, то есть где у нас было приложение, само наш PHP-шный код, то есть там у нас был и сайт, и API, то есть для монотипных клиентов у нас есть модуль API отдельный, и веб-морды еще с мобильной версией. Вот они, два инстанса вот этих, которые обращались к базе данных, соответственно, к RDS MySQL, то есть и файлы клала на S3. Все, то есть в коде по MySQL изменений вообще никаких не надо, разве что поменять имя хоста, которым коннектится. По S3, ну да, там вместо одной строчки, там файл put contents, грубо говоря, сделали через SDK там S3 put файл. Все. И в первую ночь мы ушли в даун. Потому что неправильно спрогнозировали, какие нам нужны мощности вот этих инстансов. Когда вы создаете EC2 инстанс, вы выбираете, какой он мощности будет. То есть от этого зависит количество ядер, виртуальных, количество ядер, количество памяти оперативной. Ну и скорость работы с дисковой подсистемой, о которой я еще поговорю отдельно. Вот, значит, ушли в даун. Ну как только мы ушли, мы просто залезли в панель управления и изменили типы инстансов просто-напросто. Вот. Все заработало. Некоторое время даже мы так и оставались постоянно на такой архитектуре. Вот. Дальше проект развивается, само собой растет. Дальше нам нужны отдельные сервисы. Мы писали, мы добавляли сервисы амазоновские. В частности, сервис был добавлен такой, как Elastic Load Balancing. Это подмножество из Elastic Compute Cloud. Что это такое? ELB. Вот. Это балансировщик. Что он дает? Ну, то есть изначально, да, пользователи у нас шли, у нас просто DNS-ом. Раунд робин это называется, когда создается несколько, две А-записи, то есть пользователю отдается IP какого-то определенного инстанса просто в случайном порядке. Вот. Это неправильно. Почему неправильно? Потому что, допустим, если один сервер у вас отказывает, по-хорошему его надо отключить, туда пользователя не пускать. Для этих целей в Амазоне есть вот как раз Elastic Load Balancing. Он балансирует, то есть пользователь всегда идет на и Elastic Load Balancing, то есть на амазоновский сервис, вы просто указываете там CNAME запись в DNS, одну единственную, он сам масштабируется под ваши нужды. Он уже смотрит, какие группы инстансов, какая назначена, то есть у нас отдельный load balancer был для веба, отдельный load balancer для API, он просто смотрит, на какой один из серверов ввести этот запрос. Если инстанс не работает или что-то с ним случилось, он недоступен, тогда просто-напросто он к нему автоматически его отключает, как выбивает из этого пула серверов. Плюс Elastic Load Balancing позволяет, он фильтрует примитивный DOS трафик, flood трафик, то есть он не пускает к вам нехороший трафик, паразитный.
Плюс еще ко всему, у Амазона есть такие понятия, как security group. То есть вы просто в интерфейсе у инстанса как назначаете ему security group какую-то, да, группу безопасности, в которой указываете, какие порты открыты на сервер. Все остальное он просто не пускает. Ну, то есть они из глобала закрыты. Причем у вас внутри сети все это, пожалуйста, все вам доступно, все можете делать. Вот, значит, Elastic Load Balancing. Ну, как я говорил уже, проект у нас растет. Мы добавляли новые инстансы. В частности, нам понадобился для пуш-рассылок, пуш-уведомления, которые на айфоны приходят, вот эти вот уведомления. Это на андроидах тоже потом добавилось, у них тоже свой сервис есть. Добавился у нас еще поисковый отдельный, у нас поиск там есть, поисковый инстанс, MongoDB мы начали там использовать, сегодня будет доклад тоже от одного из наших разработчиков про MongoDB. Вот. Дальше проект, как я говорю, уже растет, просто-напросто нам остается только увеличивать количество инстансов. На данный момент у нас 8 инстансов для приложения, 6 для API, 2 для веба. Вот. То есть заведение нового API осуществляется, по сути, тоже в 3 клика. То есть там есть кнопочка, там, типа, создать такой же наподобие этого. Он берет, там у нас есть сохраненный образ нашей виртуальной машины. То есть все, что там было подготовлено заранее, ну, там, Ubuntu, PHP, FPM, Nginx, там, ну, стандартные вещи для PHP-разработчиков. Вот. Просто заводится, все подключается, Elastic Load Balancer говорится, что вот еще новый у тебя инстанс, пожалуйста, используй его. Ну, по сути, вот. Текущая наша архитектура. По стоимости. Вопрос стоимости. Вообще в Амазоне одно из преимуществ облачных, не только у Амазона, а вообще облачных технологий, то, что вы платите только за то, что вы используете. То есть, если вот мы на S3 сохранили 100 гигабайт файлов, мы только за 100 гигабайт и платим. Если у нас инстанс EC2 проработал только 2 часа, мы его потом остановили, мы платим только за эти 2 часа. Прескуранты цен у них есть там на сайте, есть калькулятор, там на самом деле очень много нюансов, конечно, еще учитывается. Но, в принципе, готовый калькулятор там есть, можете посчитать. На вот эту нашу архитектуру у нас уходит в месяц порядка 5500 долларов. Вот. Тут нам дается зато полная доступность. Мы знаем, что у нас ничего не отвалится. Вот. Единственное только что, мы пока в одном регионе, не стали пока другие регионы это распараллеливать. Пока что. Вот. Ну, это на текущий момент такая инсайдерская информация. Вот. У них есть полностью отчеты, показываются по использованию. То есть за этим всем можете наблюдать. Тут вот примечание такое, да, без учета раздачи контента. На этом я хотел бы подробнее остановиться. Вообще, можете себе представить, что трафик у нас, он, ну, очень большой, да, картинки мы раздаем, картинки в среднем там по 70 до 100 килобайт. Вот, и по сути, самый простой вариант, когда вы на S3 положили файл, вы пользователям отдаете ссылку на этот S3, то есть на этом сервисе, на эту картинку. С одной стороны, да, вам как программисту все проще. Но с другой стороны, S3 не предназначен для большой раздачи контента, быстрой раздачи контента. Это хранилище, это не сеть доставки контента. Наши картинки в среднем у нас из Пензы, ну, синтетические тесты, понятно, проводили замеры, то есть примерно 1 секунду отдавались, это очень долго, на самом деле, для такого объема информации. Ну просто там же не столько отдача, сетевая задержка, сколько просто пока думает сам S3 еще. Вот. И у него нет геораспределенности. То есть всем пользователи, что из Америки, что из Азии, что откуда, они все идут вот у нас, мы в регионе в Ирландии, то есть все идут в Ирландию. Это неправильно. На помощь тут приходят сети доставки контента. Content Delivery Network. CDN. Что это такое? Это вот картинка с Википедии, как она это объясняет.
И то есть есть одноточечная, это если рассматривать, когда мы контент раздаем с S3, вот это называется одноточечная. То есть когда у вас где-то вот в одной точке все это сформировано, не обязательно на одном сервере, но в одной точке там географической, все оттуда раздается. CDN, она, это сервера, еще они называются попы, поп, то есть это точка присутствия. Они распределены по географически по всему миру. У разных CDN они там, ну, везде у них по-разному присутствие есть. Самый известный, это, наверное, Akamai CDN, который не работает с Россией. Вообще отказываются, не хотят. Если есть у вас какая-то информация, как можно их с ними подружиться, то можете со мной связаться, помочь. Вот. Значит, то есть, когда ваши экземпляры объектов, в данном случае у нас это картинки, они распределены по нескольким вот этим попам, то есть по разным, в разной географии. Что у нас и в Америке есть эти картинки, и в Европе. И когда пользователь из Америки заходит, ему не надо на самом деле запрос через океан пускать к Европе. У него запрос идет на его материке, к серверам на его материке. Это на самом деле ускоряет в разы все, значит, у CloudFront, у Amazon есть сервис CloudFront, который и есть на самом деле CDN, который тесно связан с S3. У них на самом деле, вы там заметите, если будете интересоваться им, что каждый отдельный сервер, каждая какая-то функциональность у них оформлена в отдельном сервисе, отдельные бабки они за это хотят. Ну, понятное дело. Вот, значит, время доступа у нас сократилось до 300 миллисекунд на одно изображение против 1 секунды просто напрямую с S3. И плюс здесь то, что это геораспределенность на самом деле. То есть... И все это автоматизировано. Как это все происходит? Вот вы файлик залили на S3. Вот у вас есть ссылка. Там, допустим, да, там ваш домен, там имидж, там, ну, допустим, имидж, айфани, моби. Запрос пользователя, если идет он прямо на этот домен, он у нас идет сразу к S3. Вот, как я говорил, это неправильно. CDN заводится, отдельный домен, допустим, там CDN, айфани, моби, который направлен на CloudFront-овские сервера. CloudFront-овские сервера настроены определенным образом. Это все просто, это только на словах так все сложно, там это все в веб-интерфейсе делается элементарно. Когда запрос на картинку приходит к CloudFront-овским серверам, он смотрит, допустим, из Америки запрос идет, идет на американские CloudFront сервера, он смотрит, а есть ли у меня сейчас экземпляр вот именно вот этой картинки у меня здесь на материке? Его нет. Если нет, он идет на Origin, сервер так называется, так называемый. Это S3. То есть он, это все делается прозрачно абсолютно для разработчиков. Остается только вот DNS настроить, пробросить и все. Вот. Соответственно, все. Следующий, кто запросит это же изображение, он его получит сразу же с американского попа. Вот. Теперь... Ну, самое интересное, это стоимость этой CDN. Вот наш трафик вот в такую цифру выливается. Один, даже одного дня, наверное, мы его не поюзали, там стал график расти, отчетов решили, что отчет это. Может, что-нибудь другое придумаем. Вот. Так-то все удобно, да, ну, может быть, что-то похожее нам стоит придумать. Причем не отказываясь от S3, потому что S3 для нас, то есть... Ну, не знаю, подскажите мне, как бы капить 10 миллионов файлов. Может быть, что-то мы другое, конечно, придумаем. Но мы решили пойти чуть по другому пути. Был найден как раз к этому моменту нормальный хостинг, не Hetzner. Кстати, я обещал сказать, почему Hetzner дешевый. Я дешевый, потому что он использует в качестве серверов десктопные компьютеры. То есть у них стоят просто вот, вот системники просто вот стоят. У них в дата-центре. Но они даже это не скрывают. У них есть фотографии, можете в интернете поискать. Тогда там разработчики вот так вот все стоят, и там сзади на плане стоят куча вот в стойке вот этих вот десктопных серверов. Ну, нет, он Hetzner нормальный хостинг для начинающих проектов, он дешевый, то есть им можно пользоваться. Это не антиреклама какая-то. Вот, но был найден более профессиональный. Уже мы же тоже развиваемся, нам уже тоже надо дальше двигаться. Хостинг называется OVH, который я уже как говорил. Вот. И придуман некий алгоритм, который нам позволил сократить вот эту вот цифру 25 в 1000 долларов с нашим трафиком в месяц. Берется
Одна мощная тачка, один сервер, 48 гигабайт оперативной памяти и с 10-гигабитной сетью. На самом деле 10-гигабитную сеть еще тоже нам составило труда найти вот хостинг именно, который предоставит 10 гигабит. Вот. И, собственно говоря, мы реализовали с ним кое-что. Кое-что это что? Это нам потребуется, мне потребуется вам рассказать о кэширующем прокси-сервере под названием Varnish. Вот, Varnish. Что это такое? Это то самое кое-что. Значит, представляет из себя софтину, ну, программу, написанную одним из разработчиков ядра операционной системы FreeBSD. То есть там, если почитать вот, на его сайте, его посты, как он размышляет, вообще говорит, что я, говорит, посмотрел много кода сейчас, вот программ, ну, open source, которых, да, которые пишут люди. Я, говорит, вообще не понимаю, вы что вы программируете как мамонты? Говорит, то есть он очень многое там критиковал. Говорит, надо использовать ядро на полноценную, то есть на все 100% надо использовать ядро операционной системы, имеется в виду. Что он и сделал вот в этом Varnish'е. Смысл там такой, что когда вы запускаете демон, это простой демон, ну, как любой сервер, вы его запускаете, указываете, сколько памяти ему можно взять для вот именно вот этого хранилища, для кэширования, то есть куда он будет складывать кэшированные объекты. Вот мы взяли 48 гигабайт оперативной памяти сервер, да, и в принципе мы все и сразу же ему и отдали. Вот, вот нате там 40 гигабайт там оверхеда еще оставить все-таки на систему надо. Если он сначала работает из оперативной памяти полностью, то есть представьте, что все эти файлы отдаются у вас не с диска, а прям сразу с оперативной памяти. Он очень оптимизированный, сам Varnish. Еще оптимизированный даже в том плане, что его конфигурация, она хоть и, ну, среднего уровня, так скажем, то есть подготовки человек, это отдельный язык программирования, который компилируется в C. То есть это не просто какой-то там конфиг, то есть как там у Nginx какой-то файлик там, да, лежит. Ну, понятно, внутри тоже превращается в что-то свое. Вот. Но вот этот именно компилируется в C, подключается как модуль. Ну, это делается одной командой, опять же, это все просто очень. Вот там у него отдельный поток вообще, есть диаграмма. То есть как все это внутри Varnish происходит. Вы можете, допустим, вот он забрал с S3 файлик, вы можете какие-то заголовки отрезать, вы в конфигурации все прописываете, какие-то добавить, время жизни кэша. Время жизни кэша, кстати, раскрою секрет, у нас 3 дня. То есть одно изображение у нас в кэше хранится 3 дня. У нас, нам повезло, у нас контент не меняется, если как нам его залили, так мы его всегда отдаем. То есть со временем он не меняется, нам с этим проще. Было. Но у него есть там методы, что. То есть, когда изображение же изменится, надо его в кэше это удалить, правильно? То есть, ну, там есть отдельные вызовы специальные, чтобы сбросить кэш по такому-то адресу. Значит, очень оптимизированная штука. Ну и вот наша архитектура с ним. Мы его запустили, настроили. Буквально заняло прям вообще там, ну, попервой там, ну, полдня это заняло, то есть, так, не торопясь. То есть, место CDN. У нас вот он наш один мощный сервер, быстрый. Плюсы. То, что мы добились высокой скорости отдачи. Те же там 300 миллисекунд. Ну, грубо говоря, это статистика. Такая статистика. И минус то, что мы завязаны на одном сервере. И, то есть у нас нет геораспределенности никакой. Но пока, как временное решение, нам удалось, в принципе, на нем довольно-таки долго проработать. Экономя бюджет, который лучше пустить в более полезные еще цели. Значит, в принципе, даже по нему больше нечего сказать, кроме того, какие цифры он у нас обслуживает. Обслуживает он у нас 330 миллионов в день запросов изображений, то есть он отдает столько в день. Примерно в день это 20 терабайт трафика у нас уходит. У вас здесь на самом деле он не то, что даже дает 10-гигабитную сеть. Кто-то, может быть, еще дает 10-гигабитную сеть, но таких объемов трафика он вам никто не предоставит. Мало, очень мало, мало хостингов готовы работать с таким трафиком. И обузы не шлют, самое главное, на такие трафики, как некоторые. Да, можно теперь более полезные вещи мне с утра делать, чем на обузы отвечать. Значит, ну и
Получается, канал, вот на данный момент канал у нас был забит где-то вот на 4,5 гигабита в секунду из 10 гигабит. То есть Варниш с этим, в принципе, справляется. По поводу того, кстати, если вам надо больше памяти, допустим, не обязательно упираться в оперативную память вашего сервера. У Варниш все по-умному сделано. Вы указываете, вот, допустим, у нас есть там вот 48 гигов, мы укажем 60 гигов, он запустится, даже не скажет, там, чувак, у тебя нет столько памяти на сервере. На самом деле он на ядро перекладывает эту вещь, там какие-то умные мысли, я не знаю, я не системный программист. То есть ядро само начинает, оно свойпится, просто начинает уходить файл подкачки, если ему не хватает памяти. Причем это нормально, это не как в Windows, то есть там, когда вам не хватает оперативки и как-то все у вас все начинает тупить. Там специально сделано так, чтобы данные уходили к вам в своп. С Варнишем, понятное дело, получается так, что на сервере больше лучше, чтобы вообще ничего не стояло, кроме него. То есть вот эта отдельная тачка, на которой он запущен, один живет. Можно, конечно, если у вас небольшие объемы трафика. Его можно применять как просто прослойку перед вашим приложением, как простой кэширующий сервер. То есть есть вот сервисы, которые типа, о, мы ускорим ваш сайт. То есть вы просто говорите им, вот мой домен сайта, направляете весь трафик на свои сайты через них. Они просто кэшируют статику, там CSS файлы, JavaScript-ошные. Это можно сделать все варнишем, на самом деле. И я думаю, даже это получится дешевле, чем сервис какой-то отдельный. Вот. Ну, минусы. Минусы, конечно, такого подхода. Как я уже сказал, первый минус – это single point of failure, то есть единичная точка отказа. Дело в том, что это все-таки это один сервер, и с ним может случиться тоже много чего. Там, да даже дата-центром, то есть может случиться много чего. Вот, и мы будем недоступны, у нас картинки будут недоступны. Значит, второй минус у нас насчет согласованности данных. Он вытекает из первого. Если мы будем бороться с этим спофом, споф, точка отказа единая, если мы будем с ним бороться, как мы можем с ним бороться? Оставить другой сервер, еще один. С варнишем будет трудно достичь согласованности данных. То есть, либо вы сделаете так, чтобы у вас все экземпляры кэша были на всех этих варниш инстансах, а это неправильно, потому что у вас будет просто неэкономно расходоваться место даже оперативной памяти. У нас был такой момент, когда у нас частые данные, они вываливались из кэша, самые горячие данные. Опять же, это тоже тонкость нашего проекта, что у нас есть вот горячие данные. Если у вас большая разряженность, то есть данных, когда у вас пользователи к любому абсолютно могут обращаться объекту, то вам с кэшированием будет, конечно, сложновато, потому что ему надо тогда, чтобы все это было в кэше, абсолютно все. У нас же есть там какая-то область, которая горячими данными обзывается. Вот. Значит, получается, согласованность данных с несколькими варнишами добиться трудно. Самого разработчика просили что-либо сделать там с ним. Он говорит, не буду я ничего делать с этим, потому что это неправильный подход, как он считает. Применяйте там хапрокси, балансировщики какие-нибудь, то есть, ну, не будет он делать в этом поддержку. Вот, значит, ну и память здесь вытекает. Опять же, из согласованности, когда у вас просто-напросто куча экземпляров лежит на всех машинах, это расходует очень много памяти. Как альтернатива есть кэширующий очень популярный тоже сервер Squid, но он хранит не в оперативной памяти, насколько я знаю, у него, по-моему, нет модуля для оперативной памяти, он хранит все на файлах, то есть каждый ваш объект это будет отдельный файлик. А здесь вам придется еще потрудиться над тем, чтобы на сервере нормальную файловую систему, которая работает с большим количеством файлов, поднять, отформатировать. Вот. И у него есть, зато у него есть поддержка, инстансы общаются между собой, согласованный кэш можно сделать. Вот. Я с этим не сталкивался, но знаю, что вот можно, если кому-то вдруг будет интересно. А мы тем временем копим на CDN. Есть вот сайт хороший, cdnplanet.com. Куча, на самом деле, куча CDN-сервисов, у нас же российский есть. Что-то там как-то слово созвучное с Nginx, там Genix, по-моему, они, может быть, специально так обозвались. Вот. Ну, много их всяких есть. На самом деле, это самый правильный будет вариант, что либо вы сами не делали, либо вы сами будете поднимать у себя CDN-инфраструктуру. Ну, сами понимаете, что здесь нужен штат отдельных администраторов, инженеров. Это такая область. Иногда лучше отдать это все на аутсорсинг, можно сказать.
Вот. А, кстати, если вдруг все-таки кто-то соберется поднимать, мы в свое время пытались придумать кое-что. Есть открытый облачный проект, OpenStack называется. То есть вы можете свои облака, по сути, запустить у себя внутри инфраструктуры. Вот у них есть там Swift, это как раз-таки хранилище. OpenStack хранилище, то есть по сути это аналог S3. Можете у себя его поднять, если кому-то вдруг сильно захочется. Тем временем отвлеклись мы на статику. Минут 5. А все? OpenStack сырой, да. Минус Амазона, значит, нагрузка большая на базу данных. У нас уперлись мы в ней. Дальше пути решения чего шардинг, стандартный шардинг, применение кэширования, либо переход на NoSQL архитектуру, сегодня будет о ней сказано. Минусы. Очень медленная, наверное, в облачных технологиях дисковая подсистема. Вот такие вот скачки в 5 раз замедления, это вполне нормально для Амазона. И слава богу, если у вас на проект у вас это не отклик, никак не аукнется. У нас была проблема. Пути решения там просто RAID 0 из нескольких дисков виртуальных сделать. Наше будущее. Мы уходим полностью на OVH. Поднимаем. Мы уже знаем нашу архитектуру. Мы знаем, какие нам сервера нужны, то есть как у нас все там это все будет. Вот такая у нас цена примерно за это будет. MongoDB кластер при этом там у нас отдельный будет. От MySQL мы отказываемся. Конфигурировать это все будет через Puppet. Сегодня будет мастер-класс. Кстати, интересно, наверное, будет там послушать. И выводы по Амазону, какие можно сделать. Ну, очень надежно. Очень надежно, если правильно все сконструировано. Очень большая гибкость всего, как я уже рассказывал. Очень большое количество сервисов. Я рассказал самую малую часть сервисов. Это EC2, S3, там RDS. Там очень много всего. Там отсылка мейлов и еще что-нибудь. Быстрый старт. Вот, по сути, мы переехали, то есть это все вообще в очень ограниченное время. Вот я говорил, там 6 месяцев мы на Амазоне пробовали. На самом деле, то есть прыжок там был относительно резкий, там вообще за 2 месяца. Вот. Но минусы. Медленная дисковая операция. Высокая стоимость. За это приходится платить. Это понятное дело. Вот. И мой совет, что используйте облачные только для краткосрочных планов. Для долгосрочных планов в любом случае дешевле будет поднимать свою инфраструктуру. Вот, ну, на этом все, что я хотел вам рассказать. Спасибо за внимание. Вопросы. Нет вопросов. Кстати, хороший сайт. Вот последний. 10-гигабитный сервер еще надо нормально настроить, потому что древние настройки TCP протоколов, которые в ядрах Linux сейчас идут, и они не выжмут из 10 гигабит все. Можете воспользоваться. Вопрос, да, вот есть вопрос. Хоть один. Чевайф Павел, BitGames. Последний раз, когда мы были на GDC, Зинга говорил о том, что Amazon Web Services очень хороши именно для стартапа, для начального какого-то развития, а потом впоследствии они все же уходят, делают все же свои собственные дата-центры. Вы как бы до этого пока еще не доросли. До дата-центров? Да. Нет, пока нет. Удачи. Землю надо купить сначала. Да, спасибо. Вот вопрос еще. Алексей Борискин, фрилансер. А вот совсем недавно, насколько я помню, Amazon со всеми своими сервисами лежало что-то в районе 2 дней. Скажите, это вас затронуло? И при этом лежали ли такие сайты, как Quora, в общем, куча серьезных сайтов. Вот. Как вы относитесь к этой проблеме? Да, лежали, была проблема. Насчет 2 дней не уверен. Там 2 дня, они не то, что лежали 2 дня, там 2 дня восстанавливались сайты. То есть у них это случилось все быстро. Насколько я помню, там молния, по-моему, в Ирландии, как раз там же, где и мы, она ударила по электростанции, которая снабжала питанием их дата-сервер именно в Ирландии. Вот. На тот момент, по-моему, это было вообще в прошлом году, но нас это не затронуло, нас, по-моему, там еще и не было. То есть мы еще не использовали. Я говорю, у нас опыт, там полгода мы на них вот продержались. Затронули это большие серьезные проекты? Я думаю, что нет. Большие серьезные проекты это не затронуло. Почему? А потому что они наверняка они
использовали разные регионы. То есть у них был еще дубликат всей их инфраструктуры на, допустим, американском регионе. И то есть у них там, по сути, это могло вообще автоматизировано. Они вообще ничего не заметили. У них потом, когда восстановился Amazon в Ирландии, они просто свои образы опять накатили, все подняли, все. То есть просто помедленнее. Кто использовал этими сервисами в Ирландии, у них помедленнее все это работало, потому что пришлось на Америку все это пускать. Ну и все. То есть инцидент был. Но он решаем, если сразу продумать все это. Вот. Самсонов Михаил Кузнеч. Роман, а как на... Ну, как формируется пакет для накатанной виртуалки для Амазона? Потому что, допустим, для Microsoft это пакет. Понял вопрос. Пакет формируется как? Запускается инстанс эталонный. Ну, для нас он эталонный. Для Амазона ему пофигу вообще. У него все инстансы одинаковые. На нем настраивается все как надо. Ставится, говорю, вот этот набор приложений, который нужен. Затем этот инстанс выключается. С него снимается просто образ. Просто кликается там take snapshot. И потом create image. То есть создается вот этот образ просто из снапшота. То есть из состояния вот винчестера. То есть это по сути состояние идет... не самой виртуальной машины, а чисто вот это вот EBS у них там есть, Elastic Block Storage. То есть, по сути, образ винчестера. Все, ты создаешь новый инстанс, когда выбираешь, а вот используй-ка мне копию вот с того винчестера. Создается, запускается, и у тебя абсолютно вот все то же самое перед тобой. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Все, спасибо. Следующий докладчик готовится. Да, кстати, у нас появились новые Wi-Fi точки. Кому не хватило, можете подключаться.